Эй, дурак, как жизнь? Мистер, отель Трансильвания! Джонни так старался, чтобы вышел особенный праздник. Но дело плохо. Молодец, Желе. Да уж, спасибо, зятёк. Я все испортил. Джонни, о чем ты говоришь? Твой отец никогда не считал меня членом семьи. Все потому, что я не монстр. Так значит, ты хочешь стать монстром, да? Ван Хельсинг? Монстрифицирующий луч превращает людей в монстров, а монстров в людей. Ну это же безопасно, правда? Отличный вопрос. Аш? Странно, ничего не случилось. Эй, дряк, как жизнь? Джонни? Кошмар закончился! Я снова человек! Что это со мной? Мой мир! Что это? Как дела, народ? Ой, я лысею! Желе. Папу не видели? Драк? Не-не-не-не-не! Ты человек, а я монстр! Надо все исправить сейчас же! Не теряй ни минуты! Теперь человек! Это безопасно! Невероятно! Восхитительно! Это...